Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, и мы расскажем вам о том, как Тата Абрамсон изменила Валерии Блюменкранцу до беременности. Пару Валерия и Таты считают одной из самых крепких пар проекта, несмотря на бесконечные скандалы. Совсем недавно выяснилось, что девушка беременна. Недавно стало известна истинная причина разборок пары. Тата закрутила роман на стороне. Она наступила на те же самые грабли, что и многие другие участницы проекта. Она сошлась с сотрудником телепроекта, редактором шоу Алексеем. Друг редактора Дмитрий рассказал, после развода Леша стал искать утешение и поддержку у окружающих его дам. Ему всегда нравилась Абрамсон, но его останавливал статус практически замужней девушки. Все-таки Леха решил рискнуть и стал ухаживать за блондинкой. После того, как она в очередной раз поругалась с Блюменкранцем, Леша воспользовался ситуацией. Он пригласил Тату к себе в аппаратную. Тата плакала, что она никому не нужна на шоу, кричала об уходе. А через несколько дней Валере пришло от Алексея сообщение со словами: «Ты ее недостоин, уходи с проекта по-хорошему, иначе тебе не сдобровать». Блюменкранц, конечно же, не понял, что происходит. И тогда Тате пришлось сознаться в интимной связи с редактором. Поскольку сотрудникам телепроекта запрещено вступать в отношения с участницами, Алексея уволили. Валерий сумел простить свою девушку и даже позвал ее под венец. Недавно в одном из эфиров показали, как Блюменкранц просит руки своей возлюбленной. Правда, Валера обошелся без привычных атрибутов. Не было ни кольца, ни цветов. Он просто заявил, что им с Татой пора задуматься о свадьбе. Тата, конечно же, ответила согласием и поцеловала любимого. Вот некоторые комментарии зрителей. «Так может быть, отец ребенка – это Алексей? Шоу продолжается. Да уж, а почему его уволили, а ее не выгнали? Не поверю, что злой и закомплексованный Блюменкранц смог бы простить измену. Тем более, когда женщина в положении, а вдруг и правда не его ребенок. Не верю». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.